5%. Заключительный матч на сегодня. Матч 8-го тура зимнего первенства по футзалу. Матч между командами статуса «Локомотив» в белой форме. «Локомотив» в бордовой форме предстает. Статус, давайте составы назовем. Георгий Чеховский и Алексей Булычевский обслуживают эту встречу. Это два арбитра. Ну и состав статуса. Нурсултан Шабданов, 11 номер. Первый — Азамат Тарбет. Второй — Алмаз Искаков. Четвертый — Мерике Жумайбеков. И Сингаза Али, 7-й. Под 8-м номером действует Даниар Касымжанов. 9-й — Берик Бекбулатов. 10-й — Дарижан Кушебин. 13-й — Даниил Романов. 15-й — Жаслан Успанов. Казбек Утибердинов, 24-й. И без номеров — Аян Мухамбиджанов и Маржан Джусубеков. Что касается состава «Локомотива», то здесь Нурбол Ельтаев, 1-й. 2-й — Куандак Димаш. 3-й — Еламан Мейрхан. 5-й — Арман Исабеков. 11-й — Айбол Житпсбеков. 9-й — Думан Жусуп. 13-й — Нуржан Кабдулин. 18-й — Айдар Кадирбаев. 21-й — Нур Газезов. И 51-й — Нурстан Капанов. Состав команды «Локомотив» я тоже, собственно, представил. Обменялись двумя атаками уже команды. Успели статус. Сейчас может перехватить мяч, оказавшись перед воротами. Перевод. Немного другого решения ожидал второй номер команды «Статус». Это Алмаз Искаков. Он успел чуть к линии штрафной отступить, тогда как пас последовал ближе к воротам. Отбор. Газезов здесь проконтролировал ситуацию. Кабдулин оставил мяч. Газезов отыгрывает назад. Газезов отыграл на Кабдулина. Но не успевает Нуржан за этим мячом. Хороший движение. Локомотив вчера в целом, да, Локомотив уступил. Причем уступил очень неприятным со счетом 0-6 Локомотив, АБК «Бетону», но моменты-то были, реализации не хватало совсем. Движение, комбинационная игра, все в целом на неплохом уровне Локомотива, но вот с реализацией большие проблемы. Газезов оставил мяч, перевод налево, отсюда удар! Нет, это был прострел Капанова на Кабдулина. Выход хорош в исполнении статуса. Даня Романов. Выбили мяч из-под ног у него. Подача. Мягкая. Кабдулин. Налево. Газезов. Двое игроков статуса рядом с ним. Газезов идет на всех.
Еще вратарь Локомотива вступает в игру. Кадирбаев. Айдар. Потеря случается в его исполнении. Кадирбаев оттолкнул. Кабдулин. Капанов. В спину его Доржен Кушебин здесь толкает. Даня Романов, но все равно Кушебин. Кушебин направо, отсюда бить надо. Ой-ой-ой, ну как-то все-таки мяч залетает в ворота. Йоман Мирханс не спас свою команду сейчас. Вперед направо. Локомотив в атаке. Думан Джусеп. Не хватило ему немного. Угловой. Капанов скатил на Джусепа. Удар в ближний угол. Угловой. Мирхан. Еламан исполнил этот удар. Капанов откатил назад. Удар! Хороший. Еще один. В исполнении Кадирбаева Айдара. Капанов. Кадирбаев. Еще один подход. Ух, Мирхан. Щекой пробил. Аманов здесь тоже предлагал свои услуги. Открывался слева. Его не заметили. И угловой. Разыгрывает статус. Капанов оставляет мяч. Капанов. Мирхан. Очень неудачно. Удар. И даже штанга здесь опять помогает команде Локомотив. И здесь собственная ошибка железнодорожника приводит к тому, что забивает статус. Дарижан Кушебин. Даня Романов, Жунусов, прострел на дальнюю. Капанов, выход Локомотива, контрвыпад. Капанов по краю на Жусыпа, Думана. Передача не самая удобная. Даня Романов сразу же, Локомотив поздно возвращается. Аманов, прострел. То есть передача опять низом. Капанов отвоевал мяч. Мирхан. Стенка неудачей завершается. Налево. Успанов пяткой оставил. И отсюда. Удар. Рикошет тоже пошел. Небольшой совсем. Коснулся мяч ноги игрока обороняющейся команды. Не дойдет передача до 11 номера Локомотива. Дарижан Кушебин мяч перехватил. Кушебин уходит. Кушебин на Аманова. Кушебин, но вдвоем здесь их зажали на углу. И выход Локомотива. Капанов налево не вырезал. Пас нужный. Кушебин. Аманов. Аманов. Сам запутался, по-моему, просто. И потерял мяч. Мирхан. Отбирают у него. Аманов вступил в отбор, пусть не самый агрессивный, но все-таки. Амаскаков прошел по бровке.
Локомотив отзащищался. Вот. Все, завершилась эта стадия. Удар Кушебина. Нет, Шабданом был Нурстан. Капитанская повязка. Его, скажем так, выдает. Берег Бекбулатов, Шабданов, Мереке Жумабеков. И справа, если не ошибаюсь, Али Есингазе. Вот эта четверка сейчас играет у статуса. Капанов. Передача. Анур Газезова. Газезов. Жусеп. На Капанова. Не проходит пас. Кабдулин тоже очень пассивно сейчас играет Локомотив в защите. Шабданов направо. Отсюда можно выкатить опять Шабданову и гол. Не встретили в самом начале, не отобрали мяч. Или не попытались остановить атаку просто статуса, сбить скорость. Я пусть и поплатились за это. Отборка. Так, на своей половине оказывается Локо. Кабдулин ушел. Бьет в руки. Это не опасно. Айбол Джитпеков. Ой. Шабданов, конечно же. Газезов. Газезов по краю. На Капанова пытался сыграть. Не удалось отправить мяч. Не поспевает чуть Мереке Жумабеков. Локомотив. Газезов. Диагональная передача на Капанова. Отсюда что-то получится? Нет, вперед на Газезова не проходит. Тут же статус. Но здесь прострел напрашивается, да, и отсюда Мереке Жумабеков должен был бы. В идеале забивать, но... Не попадает. Ну а Локомотив вот такой ответ свой предоставляет Арман Исабеков. Наносил удар. Мереке Жумабеков оставил пяткой. Шабданов возвращает мяч на Жумабекова. Капанов. Шабданов на лево. Ох, хорошее видение у него поле. Шабданов. Налево. Шабданов открывается опять под передачу. Видит, что справа есть партнер на углу. Возвращать нужно мяч. Шабданов, рикошет и гол. От третьего номера Еламан Мирхана. Ну а забивает Нурстан Шабданов.
Кушебин в центр. Кушебин опять открывается. Аманов налево на Дарижана Кушебина. Возвращается мяч Аманову. Кушебин. Хорошая взаимосвязь и взаимопонимание у них, да? Вратарь скидывает. Кабдулин. Пошла стенка. Кабдулин. Один абсолютно здесь был зажат. И в конце концов мяч потерял. Жаслан Успанов бьет. Газизов. Жусеп. Перевод на Газизова. Газизов. Кабдулин. Кабдулин пытался верхом отправить мяч вперед. Успанов. Направо. Успанов. Прострел. Аманову не хватает длины конечности, да, для того, чтобы спасти этот мяч. 4-0 пока счет прежний. И 2 минуты остается до конца первого тайма. И вот движение. Где все вообще, да, в конце концов? Угловой. От вратаря. Мяч залетает. И 5-0. Дарижан Кушебин, да, как понимаю? Аманов там вместе с Утюбергенула что-то пытались организовать. Азамат Тарбет. Нурбул Ельтаев бросает мяч. Жусеп через центр. И здесь потеря. Наброс вперед. Пока такие передачи вообще не проходят. Движение не достает в атаке. В первую очередь Локомотиву удар. И Кабдулин. Ну, почему мяч так от него отскакивает? Непонятно. Успанов на Аманова. У него простора, у него свобода. Аманов пошел. Отдал передачу. Удар. И Нурбул Ельтаев опять вступает в игру. Угловой. Успанов. Удар. Ельтаев мяч отбивает. Кабдулин. Кабдулин. И пас нужный не отдал. Первый тайм завершается. 5-0.
Очень долго не удается командам здесь ничего опасного создать у ворот соперников. Ну, а теперь Локомотив. Второй выход. Момент. Был 18 номера Айдар Кадирбаева. Абдулин. Направо. Вернуть пытался Капанов. Абдулин не удалось. Удар седьмого номера. И здесь же Газезов направо. Капанов. Капанов прошел и пробил. Капанов набросил мяч. Абдулин. Вот. Газизов. Открывается Капанов. Он на дальний. Капанов не в ту сторону все-таки пошел. Бьет. Нурстан, да не попадает. Шабданов. И здесь ошибка, потеря-то какая. Ай-яй-яй-яй. Дальше Кадирбаев, Айдар. Опять перед воротами. Абдулин. Капанов. Через Абдулина. Ну, Абдулин открывается. Капанов. Абдулин набросил вперед. Газезов поборолся, Анвар. На край. Айдар Кадирбаев. Прострел. Или удар. Здесь уж сами разбирайтесь. Здесь же еще один подход. Момент. Абдулин бьет, попадает в Али Сингаза. Абдулин. Капанов. Перевод в центр. Газезов. Тут Капанов борется. Вперед направо последует сейчас, да. Капанов получил по ногам. Мирхан. Налево. Кадирбаев. Первый фланг получает команду «Статус». Капанов выкатил и... Газезов. Приложился. Здесь уже Мирхан. Еламан тоже встречает соперника. Статус. Дарижан Кушебин. Весьма. Тоже интересная задумка с переводом на Дани Романа, который вообще никем не был прикрыт. Плюс по противоположному краю шел. Но передачу нужно было тут еще исполнить. Газезов. Очень техничный, но тоже... Может, в такой команде это даже и плохую роль играет. Учитывая, что Локомотив, ну вот опять же, с коллективным вот этим взаимодействием каким-то есть проблемы. Аманов.
Перевел. Вот вновь Аманов. Кушебин. Убойный момент не реализует. Отбор Кадирбаева. Вот такие же моменты были и вчера, но тоже не забивал Локомотив. Капанов. Ну, сильно. Но здесь вратарь. Успанов. Ошибка. Аманова может встретить Газезов. Ну и угол. То есть от ворот, да? Мяч уходит вновь от команды. Статус. Капанов на Газезова. Аманов. Кушебин. А вновь Аманов. Аманов ждет, ждет подключения. Кушебин налево. Вот сейчас момент. Мерки Жумабеков. Аманов, Жумабеков. И тут уже Газезов возник перед ним. Капанов на Газезова. И пас, конечно, был так себе, откровенно говоря. Газезов в центр. Капанов. Ударил здесь Руслан Успанов. Ой, очень сильно. 15 номер. По свистку ему подсказывают, что нужно разыгрывать угловой. Кушебин прострел. Ах, мне казалось, мяч уже в сетке ворот, но Аманов не попал. Тайм-аут. Капанов с мячом. Мерика Жумабеков пытается отобрать мяч. Уходит, конечно, он за пределы поля. Рустам Капанов. Желтая карточка. Перевод Аманов, Капанов, удаление. Прямая, желтая. Очень грубо сыграл против Даниара Романова. И красное удаление. Беседу проводит с Рустамом Капановым уже и арбитры.
Аману досталось. Но он в игре, все в порядке, встает. И даже уже бегает. И остается в этом звене, скажем так. Втроем обороняется Локомотив. Сейчас достаточно долгое время Кушебин. Успокоились. 5-0. Вперед. Аманов. Налево Успанов. Вновь Аманов. Ну, вот по хоккейному, знаете, когда у синей линии раскатывают мяч. Шайбу, да, хоккеист. Вот, собственно, то же самое. А вот соперники вжимаются. Буквально в штрафную к своим воротам. Аманов. Вновь Успанов. Бьет Успанов. С носка. В очередной раз. Аманов. Успанова скинул на дальнюю. Красота. Мереке. Жумабеков подставил ногу. И счет становится уже 6-0. В пользу команды «Статус». Мяч в ворота команды «Локомотив». Бригада команды «Статус» под номером 4. Жумабеков Мереке. Счет 6-0 в пользу команды «Статус». Успанов вперед направо. Жумабеков. Дани Романов, перевод, Жумабеков опять. Уже в полном составе действует Локомотив. Вратарь выручает. Ну а здесь под ногой у него проходит мяч. Дарижан Кушебин отличается. Хедрига подает игру команды «Статус» по номерам 11 Шамданов Турзутова. Нет, ну забивает Дарижан Кушебин, а не Руслан Шабданов. Дарижан Кушебин. Автор этого забитого гола. Локомотив атакует. Исабек Фарман отдал передачу, побежал сам в угол. Кабдулин оставляет мяч. Газезу. Мирхан. Вот и началось движение у Локомотива-то. Только вот эти точно передач не хватает, да, совсем. Но движение, опять же, похвальное. Как минимум, команда чуть приободрилась, что ли. Газезов. Ну, опять же, они перекрывают линию передач, но не закрывают самого игрока. То, а движение статуса таково, что они постоянно открываются. И пока игрок здесь думает, что он уже закрыл соперника, то тот уже успевает освободиться. Как вот в этом эпизоде произошло. Кабдулин напрашивается передача через центр на Газизова. Ануар. Но все равно, да? То есть, ну, не выглядит Локомотив настолько удручающе. Кажется, что чуть от эмоций зависит игра. Ну, а в целом моменты есть. С реализацией нужно прибавлять как-то. Перевод на Кабдулина. Кабдулин через центр. Мирхан. Газезов набросил мяч на Армана Исабекова. Возвращает свою игру Кадербаев Айдар. Мирхан на Газезова. Кадербаев. Газезов. На Кадербаева вновь. Уходит 18 номер. Забивать нужно Айдару. Нет. Опять вратарь. Кадербаев на углу. Удар в штангу с внешней стороны попадает. Атака. Бекбулатов берег. Накрутил здесь нескольких соперников. Скатил назад. Шабданов. Нурсултан. Нурсултан уходит от соперника. Там справа есть партнер по команде. Шабданов выкатит. Нет, Кабдулин перехватит, конечно, мяч.
Очень слабая передача. Газезов сам будет, да, сам будет бить, конечно же. В ближний, но очень высоко и очень классно. 7-1 становится счет. Ануар Газезов, автор забитого мяча. 11 номер команды... 21 номер команды «Локомотив». Даниэр Касымжанов направо. Али Есенгаза. Мирхан. Кабдулин. Здесь, конечно, мяч будет перехвачен. Есенгаза направо. Есенгаза! Ответный пас от берега Бикбулатова получил. Не попал. Катербаев на Кабдулина. Кабдулин по линии на Газезова. Ответный пас на 13 номера. И угловой будет сейчас исполняться. Кабдулин. Назад Кадирбаев, Кабдулин вновь. Прострел, гол! Айдар Кадирбаев забивает. 7-2 «Локомотив». Вот так. За полторы минуты забили два гола. А до этого за 60. Да, за 76 минут не забили ни одного. То есть, опять же, я учитываю матч вчерашний с... Опять же, вчерашний матч, и вот, собственно, на протяжении трех таймов не забивал «Локомотив», а здесь разрядился сразу двумя мячами. Жумабеков в центр на Кушебина. Здесь его подтолкнул Мирхан, вытеснил Жумабеков. Оставляет мяч 24-му номеру. Это у нас Утебберген Лукозыбек, и потеря. Кабдулин. Газезов. Цепка. И абсолютно в Мереке Жумабеков долго что-то готовил эту передачу. Газезов у Тибергенова мяч отвоевал, но тут же потерял его. Газезов. В соперника попадает. Кабдулин. Передача не прошла. Жумабеков. Аманов. Жумабеков скатил. Мерки Жумабеков. Кабдулин. И пошли вперед. Утебергенов нагоняет Кабдулина. Кабдулин выкатил направо. Отсюда Кадирбаев будет бить, да, наверное? Готовил долго. Кадирбаев. Попытка отдать передачу вдоль площадки не получилось. Аманов очень цепко Мирхан сыграл. Минут 30. Столько времени остается. У тебя Бергенова. Аманов с дистанции. Падение Мереке. Жумабекова. Здесь же вратарь пытается скинуть. Да, вбрасывает мяч. И Мирхан перед воротами. Ну, вратарь быстрее. И играет он, кроме того, еще и руками, конечно. Что ему разрешено. И мяч он забрал. Аманов. И очень жестко Айдар Кадирбаев обошелся с соперником. С Казбеком Утебергенова. Потеря. Мяч опять остается у команды «Локомотив». Газезов в одиночку на всех. Газезов забивает. Красавец. 7-3. Ну что, нет. Ну что, Анкопанов ушел с площадки, да? Вот напрашивается это как-то. Ну, возможно, эмоциональное состояние, да, которое было как-то подшатано в этот момент, да?
все-таки выровнялось, и теперь уже 7-3. Локомотив 3 мяча забивает в концовке. Неплохой конец для железнодорожников.